здравствуй, мой добрый друг Дед Мороз. Сегодня вся наша страна дышит одним событием – Олимпиада Сочи 2014. Устанавливаются различные рекорды, и сегодня я тоже хочу установить свой спортивный личный рекорд. Бег на лыжах по болоту на 100 метров. Но для того, чтобы установить рекорд, мне нужно соответствующе подготовиться. Вот так нелегко и рождаются рекорды. В принципе, чего и вам желаю. Здоровья, успехов в спорте и побед новых для блага всех нас. Дедушка, ну ты у нас очень спортивный. Ну хочется и нам точно так же быть, да, спортивными, не отставать от тебя. Поэтому мы лучше еще раз попробуем текст. Да, можно. Ну а для того, чтобы подготовиться, мне нужно Давайте еще раз. Не круглая елка, ягодка-то. Леш. Ой. Валерий Иванович. Ой. Не тонуть. Леша. Леша, ты что мне сделал? Не забудь нажать на секундомер. Вы готовили? Сошел. Так, нужно это все поправить немножко. А что она? Немножко, ну, от бега, наверное. Да, да. Вот. Да, вот и вам, ребята, рекордов физкультуры, спорта, здоровья. Как молодой озорной юный Паккань.